Отец еще отсюда. 15 лет ни слуху, ни духу, а тут объявился. Отец в больнице. Его уже как раз сегодня забрать надо. Не, ну слушай, я сегодня не могу, у меня смета. У меня, между прочим, сегодня очень важное совещание. Своими ножками это уже в следующей жизни. Здравствуй, дочка. А что, в трехкомнатной квартире места нет? Нету. В трехкомнатной квартире, в которой живут 4 человека. Что это значит? Ты про это? Пожалуйста, давай договоримся. Моя квартира – это моя квартира. Руза. И как она будет выглядеть, это мне решать. Он считает, что я сплю с тобой исключительно из карьерных соображений. 17 сентября в 11:00 на МТВ.